Вчера в зале заседания администрации муниципального образования Кашихабльский район прошло еженедельное планерное совещание под председательством исполняющего обязанности главы Кашихабльского района Руслана Ямыкова. В мероприятии приняли участие председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, руководители отделов и управления районной администрации, представители Роспотребнадзора, ЦРБ, МВД, главы сельских поселений. Первым и основным вопросом повестки дня стала борьба с пандемией. На сегодняшний день в районе число болеющих новой коронавирусной инфекцией свыше 400. Под строжайшим контролем спецгрупп по-прежнему находится соблюдение стандартов Роспотребнадзора во всех торговых и социальных объектах, а также во время проведения массовых мероприятий, в том числе похоронных обрядов. Ни в коем случае нельзя снижать уровень контроля над профилактикой распространения инфекции, подчеркнул Руслан Ямыков. Постоянное взаимодействие всех структур сегодня жизненно необходимо. Есть четкий алгоритм действий, и мы с вами обязаны следовать ему. Затем на планерном совещании были подведены итоги прошедшей и намечены планы на предстоящую рабочую пятидневку. Речь шла о реализации нацпроектов, подготовки соответствующей документации для участия в госпрограммах на будущий год, работе по достижению показателей X-матрицы. В разрезе каждой из этих тем были обсуждены представленные доклады и поставлены соответствующие задачи ответственным лицам.